Ну вот, народ, я, как и обещал, вы набрали 20 тысяч лайков вот под этим видео, где мы пугали Лёху. И получается, сегодня они пугают меня. Правила остаются теми же самыми. Если они не суки заставляют меня повернуться, сильно испугаться, прям чтоб я туда, я бухаю. Также у нас здесь появился Женька. Мы думаем тоже его засунуть в игру, но это уже вам решать, типа добавлять или не добавлять, это вы решаете лайками. Мы уже, конечно, кое-что еще снимем, но это секретики пока что. Блядь, может не надо так? Да вы... ладно тебе! Блядь, да пожалуйста, я, же обещал, я уже хочу, сука, его! Я, по-моему, обещал его выебать, Макс, давай, Макс. Ты заебал, да я попугаюсь? Короче, я готов. Чекрест у нас падает. Типа антихрист, такие вот намеки классненькие. Кому это вообще нахер надо? Ну, я не знаю, чего Лёх тут боялся? Вот не понимаю вообще. Ну, дерьмо же. Ну, ладно, покер. Outlast. Эй, а вот сейчас нихера не весело. Можно не дышать мне подуха, пожалуйста? Буду очень благодарен и признателен всей твоей семье. Хватит кряхтеть. Даже я, когда падал с гаражей, мне было менее больно, чем сейчас. Тебе камера. Херовая камера, кстати. У меня круче была. Чем эти пидоры не пугают, я не понимаю. Ну, давайте зайдем. Нет! Сука! Я знал, что ничего не будет! Очень не вовремя это сделал. Закрыто. Суки, мрази. Как же я их ненавижу, которые за спиной стоят. Здесь ничего нету? Я ничего не вижу. Здесь ничего нет вообще. А что это? Бля, блядь! Вы видели это? А! Опять же непонятно. Батарейки, да? Ну окей. А, это просто какой-то манекен или шляпа. Ничего страшного, короче. Здорово, мужик. Эй, здорово! Ты куда бежишь-то? Эй, давай дружить! Эй, не надо мне микрофон в рот засовывать, вы что делаете? Блять! Куда бежать? Куда бежать, блядь? Я не понимаю! Я туда не пойду. Сюда пойду. Я не знаю, кто это такой, но это, видимо, какой-то был влиятельный мужик в этой деревне. Хорошо, я попытаюсь зайти сюда. To open window. А, блядь! Сука! Пидоры сзади меня стоят! Пидорасы! Я ж про эту хуйню не помнил. Что там происходит? А, мне приятно, детка, мне приятно. А можешь меня пострить еще, пожалуйста, а то мне очень стрёмно. Так, а я помню, здесь Лёха, кстати, не был ни разу, если не ошибаюсь. А, блядь! Пидоразик, Лёшка! Это было не страшно, понимаешь? Знаете, это напоминает историю из школы, когда меня закрыли. Блядь! Пидор ебучий, сука! Вот это я понимаю, полное погружение. Так, я видел какого-то джиперс-криперса. Или, по крайней мере, возможно, его дальнего родственника. Закрыто. То есть выходит, что... Отъявись, мне мурашки по коже. У меня как будто что-то текло, чё? То у меня, блядь, наспину что-то протёк, вы что, ебанутые? Ебать вы, ублюдки, сука! Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вы читать и рисовать, и детей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вы читать и умножать, и насиловым и быть. Я пошел обратно, блядь, идите нахуй. Ладно, отъебитесь от меня. Хватит, это уже не смешно. Я не смогу остановить, если не пойду дальше, поэтому... Ах, пошли. Сука! Блять, ну голову-то не разворачивайте мне, это нечестно, сука, это... А! Не надо! Это, блядь, было неприятно, пиздец! Блять, у них руки мокрые! Бля, у тебя реально рука воняет мочой! Блять, ты реально помочился на нее и меня обнял? Шутки шутками, но надо выходить. Вы миллион закинули, что ли? Отъебитесь, блядь! Это мне не нравится, сука, отъебитесь! Я не буду бухать, отстаньте! Блядь, отстаньте от меня! Отъебитесь! А, ты сексуальный, кстати, дайте друг тебе за сиську, блядь. Отстаньте, блядь. Ну ебать, я не могу это... Так, а вот здесь я учился информатике, первый...
Так, девочка, не кричи по коридорам! Не кричи! Не кричи по коридорам! Иди сюда, у тебя есть билет! Я дежурный! Охо! Как в хентае! Здорово! Ну это, давай, там, наслаждайся, я не знаю. Так, куда мне выйти-то? Сюда? Привет, чувак, как дела? А, ты чё стоишь-то? Ладно, я пошел, пока. Бить-то зачем, пидоры? Отъебитесь. Все хорошо вроде бы, значит я выжил. Ну там сейчас, конечно, мне яйца отрежут. Так, все, отстань! Эй! Да не надо! Не надо! А почему у меня концовка другая? Я же типа... Или я еще не закончил, подожди. Так, отстань, всё, я бой, сучка, бля! Кайф, всё, кажется, я убежал! Ты красивый, не бей меня! Нет, только не по яйцам! Я это сделал! Сосите, мрази! Сосите! Сосите! Просто... Я это сделал, блядь! Ёлки! Что за лёд у меня кладет? Я, блядь, 5 минут руку оказал ради этого подлетит. 5 минут! Короче, я очень хочу, чтобы вот вы ради того, чтобы мы этого пидика испугали, я придумаю все, что можно, чтобы этого пидораса майнкрафтера испугать. Сука, поставьте, пожалуйста, лайк, наберется 5-20 тысяч, и тебе просто угрохую. Нет, 35 тысяч. 20, пошел в жопу. Нет. 20 тысяч? Я должен там сидеть. Он реально руку обмочил и сунул мне за спину. Это был не я. Да мне поебать! Короче, всем большое спасибо за просмотр. Удачи. Пока.